Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня, иншаллах, у нас с вами видео, посвященное харф аббад. Иншаллах, будет вам полезно. Про эту букву можно говорить долго и много, но мы сегодня с вами акцентируем внимание именно на то, какое положение языка при произношении этой буквы. Какие-то подробности по ошибкам, иншаллах, мы сегодня затронем, но не все, которые возможны. Какой у нас махрадж харфат блад? Харфат лисан, то есть боковая часть языка. Как сказал Ибн аль-Джазари? Ваддаду мин хафатихи, хафатихи, хафа. Ид валия ладраса айман ау юсраха. То есть махрадж харфат блад, боковая часть языка с задними коренными зубами. Вопрос, боковая часть языка справа или слева, или две вместе, сейчас нас не интересует, так как сама форма языка при произношении этой буквы будет нам уже подсказывать, как правильно произносить. Сейчас вы видите форму языка, как он выглядит, для того, чтобы произнести его правильно и было у вас сифа аль-итбак в букве. Мы видим прогиб в середине языка и боковые стороны языка, они приподняты внутри, как форма ложки такой, да, то есть прогнута впереди, и язык должен присоединяться вот этими боковыми частями к верхнему небу. Но важно, что мы не присоединяемся полностью всем языком, да, а только вот этими боковыми частями. Внутри у нас получается такое углубление. Да, так как верхнее небо имеет форму купола, у нас получается такая как бы углубление языка и вниз, и углубление к верхней челюсти. То есть у нас нет полностью в середине примыкания или присоединения языка. Но есть присоединение именно боковыми частями языка. Также этот прогиб в середине языка очень важен, потому что в ином случае язык получается как бы расплющен и опирается на кончик языка, что приводит к большинству ошибок в произношении харфат блад. При правильном произношении язык дотрагивается до боковых задних зубов, наполняет рот, и происходит соприкосновение с соседними тканями. И со стороны это выглядит как такое легкое прикусывание, да, то есть это не должно быть кусание, а легкое прикусывание языка. И так, где в это время у нас находится кончик языка? Кончик языка у вас должен подняться хорошо кверху. Значит, вспоминаем, что у нас около зубов леса, то есть это непосредственно где выходят зубы, затем у нас часть мальса, да, чуть-чуть дальше. И далее мы видим вот эту бугристую часть, и как раз к ней мы присоединяем тараф лисан при произношении нашей буквы. В случае, если изначально язык будет дотронут к месту мальса, то есть впереди, более вперед, чем нужно, тогда звук будет искажен, он будет смешан с буквой ло, да, то есть будет и не лад, и не ло, то есть будет что-то среднее. Соответственно, это нам не нужно, это будет ошибкой. Также по причине опирания на кончик языка или на верхнюю часть, переднюю часть языка появляется сифа хамс, то есть нечто подобное, как на выход воздуха вместе с произношением этой буквы, что не свойственно для харфат блад. То есть будет, например, аль-арт, аль-арт,
да, то есть у харфа бад нету такой цифры. Переднюю часть вот этого языка тараф лисан присоединять к верхнему небу, чтобы у нас ничего не проходило, да, то есть должна быть такая сила присоединения, но не давить на него. И для того, чтобы правильно произнести и дать цифру из тепаля, нужно язык протянуть, но мы его как бы прокручиваем вперед, а не трем вперед. То есть у нас трения нет, у нас такое прокручивание. То есть мы прокручиваем вперед, но не трем. Мы возвращаем его как бы назад. Для чего мы его возвращаем? Чтобы звук локализировался в середине языка, вот там, в этом прогнутом месте, про которое мы говорили. То есть звук будет, как будто вы его глотаете. Да? Похоже на звук, который произносят голуби. Если не будет вот этот итбак, тогда звук будет слабым. Есть еще много правил, связанных с произношением харфа дад, но на сегодня мы остановимся на этом. Джазакум Аллаху хайран. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.